И всем привет, с вами Hellwright, и мы продолжаем играть в Happy Wheels. И... окей. Как управлять этой штукой? А, черт, я думаю, чё у меня рамка бандикама двигается? Кажется, управление у меня не так стоит. Во, о, она прыгает, это эпичная вещь. И... вообще мастерская штука. Ой, какая лужайка зеленая. Таких что-то я ни разу не видел в Майнкрафте. Вот да, вот сколько играю. Ну как сколько? Года два. Ни разу не видел, отвечаю. Не попадалось мне. Хуяк, блядь, давай. Говно, давай. Ну, что ты лагаешь? Прекрати лагать. Давай. Что-то меня пещера немножко смущает. И куда я еду, блядь? Где я? Куда я еду? Чё происходит? Блять, на скутере на каком-то ебучем еду. Чё-то хуйня какая-то. Сейчас меня, блять, об потолок-то распидорасит, наверное. А, нет, нормально всё. Вот, охуенно. Полезная вещь. Хуя! Съебись. Тым-тым-тым-тым-тым. И прыгай нахуй. Заебись. Двигается жопа, да? Блять, как я ненавижу такие хуйни, на которые надо попасть. Потому что своим лагающим компьютером это абсолютно невозможно сделать, блять. Это, блять, то же самое, что, не знаю. Пиздец мне, короче. Если я... Ой-ой-ой, блять, долети, ебаный мудак. Не долетишь, пизды отхватишь. Скину нахуй с этой мотокачки. Вот, отлично. А, офигенно. Супер. Блять, пенёк. Кохуй. Что ты, блядь, присел? Ты чё, посрачу сел? Мудак. Покакать нахуй сел. О, встал, покакал. Нормально. Снормально. И давай. Ну, чё? Это невозможно просто. Я думал даже... Я сейчас скачал на компьютер. Ебать, тебя выкакало назад. То есть я скачал Happy Wheels на компьютер. Получается, я играл с компьютера. И такие лаги. Что ж бы было, если бы я играл в онлайн, в смысле, в браузере, блять, это ж... Ебануться. Я просто как представлю, у меня яйца набухают и лопаются. Воу. Это... Что у нее там отлетело? Колесо, что ли? Нахуй толкает, поебень. По-моему, у меня оторвало ступню, блядь, если я ошибаюсь. Да, у меня нет ноги. Но нормально, наш чувак, блядь, Bear Grylls, он выживет в любой ситуации. Даже в шахте, вот на такой какой-то неебической, магической... Сука, давай прыгай, блядь. На такой хуйне он, блядь, держится молодцом. Блядь, тапок. Он, по-моему, медленнее стал ездить из-за того, что ему ногу оторвало. Ну, хотя, да, я бы тоже медленнее начал ездить без ноги-то, блядь. Ясен пень. Ну, давай, блядь, чё ты это... Сука, килаги, блядь, это пипец. Я уже вроде, блядь... Поменял, чё, оперативку, блядь, больше поставил. Все равно лаги, блядь, как будто, не знаю. Как будто я играю, блядь, на компе, блядь, у какой-нибудь бабки. Отлично. Раком присел. Так, нормально. Ну, не раком, но, в смысле, какой-то странной позе. Блядь. Обрыв, сука, давай. Почему мы за... А, блядь, она движется. Я ебал. Я думаю, чё, блядь, ты застрял, сука. А, так вот, чё это за херни такие, блядь. Все нормально, все ясно, блядь.
Двигайся, поебать. Сейчас меня нахуй голову, блядь. Говно. Каска слетела. Стос. Давай, шум. Наверх. Полетели. Полетели. Блять, там стенка. О, ебать. Такой ты быстрый, дерзкий, как тазик. Воу-воу-воу-воу-воу. А как я здесь пролезу? Осторожно. Не задавите меня нахуй. Воу-воу-воу-воу, давай. Начинай двигаться. Начинай, я уже готов. Выход из пещеры. О. Давай, давай, я хочу на выход, блин. Там светло, сука, давай. Ну, чё ты так лагаешь? Давай, двигайся. Хули надо нажать что-то, я не знаю, блядь. Вот, начала. Я ему, блядь, чуваки, может, надо что-то нажимать, чтобы она начала двигаться. Вы в комментариях там напишите, надо, не надо. Чё, как вообще с этим управлением в игре? Потому что я рак, отвечаю, я рак в этой игре. О, отлично, приземлились, блядь. В общем, без одной ноги, но мы вышли из пещеры. Нормально. И давай. Прыжки в длину, блядь. Блядь, мне пизда, кажется. Всё, ногу сломаю. Вторую. Давай, хуяк. Хуяк, блядь. Всё нормально, блядь. Вот, всё, кажется... Капец нашему персонажу. Он пока что держится. Это не может не радовать. Сейчас мы попытаем. Блядь. Все, пиздец. Тебе пиздец, ты слышал, персонаж? Оу, что, что он делает? Супермен, Супермен Тайргрэп. Давай, подлетай. Нормально, сейчас, блядь, в ямку в эту хуяк. Сука, пиздец. И на, еба. Ой, бля. Куда мы летим? В какую-то кишку к негру. Это, знаете, похоже на анальное отверстие. Сейчас мы постепенно хуяк-хуяк в организм кому-нибудь приползем. Бля, чё, куда мы летим? Я не знаю. Надо толкнуться вот от этого выступа, чтобы его вообще убило там в... Блядь, ему... Ну пиздец, все. Отлично. Охуенно. Курица, блядь. Fucking bell. Блядь. Короче, чуваки, это бесполезно вот так вот не слететь. С вами был Hellride. Всем пока-пока. До новых встреч.